Спасибо. На ваш запрос от 24 декабря сего года отвечаю. Чуть погромче, пожалуйста. Спасибо. Отвечаю. 15 октября 1967 года между Папишвили НС и Мизандари ВК произошел инцидент в ресторане Алазани города Телави. Мизандари ВК вошел в ресторан и погнался за Папишвили, который укрылся от него в туалете. Поймал его там и макнул 3-4 раза головой в унитаз, после чего был задержан органами милиции. Гражданин Мизандари отказался дать какие-либо разъяснения по поводу своего поступка. Однако сестра его, Мизандари Ека, рассказала, что в 65-м году она работала под руководством Папишвили на базе номер 2. Папишвили НС обещал жениться на ней, склонил ее к сожительству, однако обещания своего не сдержал. Ека Мизандари в 66-м году с базы номер 2 уволилась. Сейчас проживает в деревне Таркло, где работает на животноводческой ферме. В том же 66-м году у нее родился мальчик Варлаам. Да это не мой ребенок! И еще одна справка. Что касается стоимости люстры, то у меня есть заключение эксперта. Она не из венецианского стекла, как утверждают потерпевшие, а изготовлена в Воронеже артелью имени Клары Цеткин и продается по розничной цене 37 рублей 46 копеек. Я сам не знал, Нурзар. Клянусь честью. Но падла буду. Ну что? Штраф 50 рублей с выплатой ущерба.